Добрый вечер. Сегодня мы показываем знаменитую картину итальянского режиссера Марко Беллотти «Кулаки в кармане». У нас в гостях известный актер, исполнитель главной роли в этой картине Лука Стель. Здравствуйте, господин Костель. Первый вопрос у меня будет общего плана. Вы сделали международную карьеру, жили в разных странах. Насколько вы знакомы с русскими писателями, кинематографистами? Да, немного. Хотя русских режиссеров я знаю больше, чем русских писателей. Например, Эйзенштейна, Дзига Вертова. Кстати сказать, когда я снимался в фильме «Американский друг», я думал о манифесте Дзиги Вертова, где он высказывается против вымыслов кинематографа. И на съемках я пытался воплотить его идеи в жизнь. А как вы познакомились с Вендерсом? Вендерс появился в моей жизни, когда меня выслали из Италии. Все дело было в политических событиях. Я жил в Швеции, в Стокгольме. А Вендерс позвал меня в Мюнхен. И я поехал, я прошел пробы, меня утвердили на роль, и мы вместе отправились на съемки в Испанию. Но это был скорее коммерческий фильм. Он назывался «Алая буква». После этой работы мы с Вендерсом стали друзьями. И уже потом я сыграл в «Американском друге». Никто не сможет опознать обычного человека в метро, если видел его только на фотографии. Конечно, нет. Рудольф будет с вами. Он покажет вам его. Лучшая возможность представиться на станции Этуаль, когда он будет делать пересадку. Держите револьвер в пальто и так стреляйте. И после выстрела оставайтесь спокойным. Ведите себя как обычный прохожий. Хорошо? А как вы работали с Вимом Вендерсом? Работать с ним было легко. Он говорил мне, что я все делаю именно так, как он себе это представлял, и просил продолжать в том же духе, и больше ничего не требовал. То есть вам предоставлялась полная свобода? Да. У меня была свобода и абсолютный простор для творчества. Но со временем наши пути разошлись. Я был очень расстроен, когда Вим Вендерс не пригласил меня в свой фильм «Небо над Берлином». Да. Постепенно дружба сошла на нет, потому что я не мог следовать за ним повсюду. Тем более, что он много путешествует. Это точно. Да и вообще, дружба между актером и режиссером – сомнительное понятие. Я бы сказал, она невозможна. Ну, среди ваших других фильмов есть какие-то, которые вы предпочитаете? Я знаю, что это довольно сложный вопрос, фильмы неравнозначные, но, может быть, у вас есть все-таки предпочтения? Мне очень понравилось играть вместе с Райнером Фассбиндером. И я не ошибся, сказав «играть», потому что в одном из фильмов мы снимались с ним вместе. Я уважаю режиссеров, которые пробуют себя в качестве актеров. Было время, когда я конфликтовал почти со всеми режиссерами, но с Фассбиндером никогда. Отношения между актером и режиссером обычно непростые, но в случае с Райнером было иначе. Мы по-человечески очень хорошо ладили. Ну что у тебя? Оставь меня в покое. Я хотел бы вернуться к вашему первому фильму «Кулаки в кармане». Если я не ошибаюсь, это ваша первая большая роль. Да, это моя первая большая работа. И, к сожалению, она очень сильно повлияла на мою дальнейшую карьеру, потому что фильм был настоящим шедевром. И впоследствии я рассчитывал сниматься в не менее талантливых фильмах. Однако мне попадались второсортные и третьесортные картины,
И мои персонажи деградировали по сравнению с первым фильмом. Но это не страшно. Да, в ленте «Кулаки в кармане» я играл героя-мятежника, а со временем меня стали воспринимать как второстепенного героя, и меня это вполне устраивает. А как вас нашел Белоттио? Я учился в Центре экспериментальной кинематографии в Риме. Я хотел быть не актером, а режиссером-постановщиком. Здесь-то он меня и нашел, и предложил роль. То есть получилось так, что я стал не режиссером, а актером. В то время с нами случалось много забавного. Ведь мы оба были молоды, хотя у него в то время уже было имя в мире кино. А у вас создалось ощущение, что вы делаете нечто чрезвычайно шокирующее? Нет, совсем нет. Когда мы работали вместе, мы просто животы от смеха надрывали. Мы постоянно смеялись, шутили. И это было даже больше, чем просто смех. На первых пробах Белоккио не был уверен, стоит ли брать меня на роль, потому что я был очень флегматичным, медленным. Но произошел один забавный случай, который изменил его мнение. Оператор долго что-то налаживал в камере, а я ждал щелчка. Вы же знаете, как напряжены нервы, когда ждешь заветные слова «камера», «мотор». И вот я жду сигнала, и вдруг не выдерживаю, из меня вырывается оглушительный смех. И в этот момент Белоккио воскликнул: это то, что нужно». Вот именно. Те 3 миллиона, что ты обещал дать мне, мы теперь получим. Ты о них больше не говорил, я думал, этот вопрос отпал. Что бы ты на них сделал? Я тебе скажу. Когда? Завтра. Ты помнишь дядю Джузеппино? Вы выросли в Швеции? Нет, в Швеции я только учился. С 13 до 18 лет. В плане языкового становления это время было очень важным. Поэтому у меня стокгольмский акцент, что поделаешь. Но это был темный период в моей жизни. Когда я учился в средней школе, директором был, даже не знаю, жив ли он до сих пор, человек, создававший вокруг себя очень негативную атмосферу. Во время его правления была обязательной школьная форма, в воспитании учеников применялись физические наказания, совсем как в английских школах. Поэтому, когда я переехал в Рим, то почувствовал невероятное облегчение. Я избавился не только от гнетущего давления шведской школы, но и от глубочайшего одиночества. В моей жизни всегда было много крайностей, контрастов. До того, как я попал в шведскую школу, я 3 года учился в заведении, где практиковался достаточно свободный педагогический метод. Ученики занимались керамикой, живописью, а в свободное от этого время, если у нас было желание, мы делали домашние задания. Вот такие крайности, и они, кстати, часто находят отражение в моей актерской карьере. Впрочем, я всегда чувствовал себя счастливым, пока рядом не было родителей. Когда я забывал об их существовании, все шло хорошо. Выбор актерской профессии был своеобразным бунтом против семьи или... Да. Но я по-настоящему так никогда и не узнал, что значит иметь семью. Сестру или брата. Хотя у меня есть и сестра, и братья, причем братья-близнецы. Но я их давно не видел, даже не знаю почему. А что касается моей собственной семьи, я тоже не представляю, что такое иметь дочь или сына. Но так уж сложилось.
В принципе, то, что меня больше всего трогает, это ваш опыт жизни в разных странах, разные национальности, разные ментальности. Как вы себя чувствуете внутри всего этого? Переезжая с места на место, вы освобождаетесь от чего-то? Или есть все-таки какое-то место, страна, язык, где вы себя чувствуете как дома? В настоящее время место, где я чувствую себя как дома, это, наверное, Париж. Он стал мне близким примерно последние 14 лет. Я сумел справиться с французским языком, я познакомился с французским искусством. И еще хотел сказать, что сейчас я экспериментирую со своей маленькой японской камерой. Я снял фильм, правда, пока я показываю его только на мастер-классах. Может быть, это и не совсем фильм, но он дает представление о том, чем я занимаюсь в настоящее время. Теперь я пробую найти себя по ту сторону камеры. Пытаюсь понять, что такое участвовать в съемках, сидя за монитором. Теперь я собственными глазами вижу, что происходит за кадром. Очень интересно, действительно интересный опыт. Спасибо за то, что вы пришли и рассказали нам о своей карьере и жизни. Спасибо. У нас в гостях был актер Лу Кастель. Мы с ним говорили о превратностях актерской жизни в современном мире и о его работе с режиссером Марко Белоччо над его первой крупной ролью в фильме «Кулаки в кармане». Желаю вам приятного просмотра.